Матрона Московская назвала три знака зодиака, которых накроет волна везения в 2022 году. Для энергетического обмена ставьте лайк, подписывайтесь. И, кстати, друзья, в Телеграме вы можете получить бесплатный прогноз на 2022 год. Советую посмотреть. Первый знак Дева. Представители данного зодиакального созвездия отличаются трудолюбием, высокой работоспособностью. По этой причине у Дев все будет хорошо в финансовой сфере. Но также им повезет в любви. Весьма вероятно, что личности этого знака встретят свою судьбу, сыграют в конце года свадьбу, о которой давно мечтали, хоть и не признавались в этом сами себе. Второй знак – Скорпион. Все дела у людей этого знака будут идти в гору в 2022 году. Скорпионы смогут повысить свои доходы, что поможет им воплотить в реальность многие свои желания. Важно лишь, чтобы они не ленились, не прокрастинировали. В таком случае головокружительный успех им будет обеспечен. И третий знак – все мечты, которые есть у личности этого созвездия, они смогут воплотить в реальность. Им нужно оставаться уверенными в себе, не сомневаться в собственных силах. Это позволит им обрести новые возможности, а также получить сюрпризы, которые судьба им подготовила. И это весы.